Давай, все, поехали. Ты меня не снимайте. Ярослав. Доброго времени суток, уважаемые поклонники армрестлинга и других силовых видов спорта. Сегодня мы покажем вам фрагменты тестирования спортсменов из президентской академии. Давайте начнем. Основная цель данного мероприятия была понять начальный уровень подготовки спортсменов и дальнейшее разделение их на подгруппы. В первом этапе спортсмены фиксировали свои результаты в более общих, базовых физических упражнениях, подтягиваниях, отжиманиях, подъеме штанги на бицепс стоя, а также мы замерили начальные силовые показатели предплечья, внутренний сгибатель кисти, для кисти было выбрано упражнение с закручиванием ручки Rolling Thunder с положения стоя с упором в колено и сгибатель пальцев. Для пальцев всем привычный динамометр. Во всех этих упражнениях мы установили определенный минимальный критерий прохождения. Спортсмены, которые не смогли преодолеть данный рубеж, были занесены в первую подгруппу, которая в ближайшие несколько месяцев будет тренироваться, развивая только общую физическую подготовку. Ко второму этапу были допущены ребята, которые смогли преодолеть минимальный критерий, и теперь им доступно будет проверить свои силы уже в узкоспециализированных упражнениях. Подъем с поясом на лучевую мышцу стоя. Подъеме гантели на скамье скота, противоположному плечу. А также боковое давление за столом. Исходя из результатов, были выявлены слабые и сильные стороны каждого из участников данного тестирования, что дает возможность тренеру составить уже более индивидуальную программу тренировок. Со временем мы постараемся прийти к определенному общему значению, которое позволит спортсменам в любом уголке страны самостоятельно проверить свои результаты и подобрать себе оптимальную программу тренировок. Следите за следующими выпусками. Подписывайтесь на канал, ставьте сочные лайки и до новых встреч. Пока-пока!